Турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» уже давно стал визитной карточкой региона. 14 лет назад он начинался в железнодорожном районе Самары. Потом стал городским, а затем приобрел статус областного. С 2019 года к «Лету с футбольным мячом» подключились 73 региона России. Количество участников ежегодно превышает 35 тысяч человек. Для перспективных футболистов это отличная стартовая площадка. Мы прошли очень большой путь в совершенствовании вот инфраструктуры спортивной. Я уже не говорю о том, что к чемпионату мира были построены большое количество, да, каких-то спортобъектов, главным образом связанных с футболом и с летом с футбольным мячом, потому что у нас ежегодно финал проводится как раз на одной из площадок, построенной тренировочных, к чемпионату мира, который возле стадиона «Сама-арена». Для детей это важно, что они, да, играют на площадке. На поле, где играли выдающиеся мастера футбола со всего мира. Уже 14-й раз на территории нашего региона проводится этот замечательный турнир, который проходит в каникулярное время. Мы все знаем, что чемпионат мира по футболу дал особый толчок для развития спортивной инфраструктуры. Благодаря особому вниманию губернатора Самарской области у нас появляются все новые и новые площадки, открытые для занятий футболом, доступные абсолютно для всех жителей региона, особенно для детей. Поэтому, когда все лето на всех площадках спортивных проходят вот такие детские баталии, я считаю, что это очень важно. В 2020 году из-за пандемии турнир прошел в онлайн-формате, в социальных сетях и на интерактивных платформах. Ситуация этого года позволила ребятам вновь встретиться на футбольном поле. Многие перспективные самарские футболисты начинали с любительской игры на поле турнира «Лето с футбольным мячом». Нет ничего невозможного, для чего-то просто требуется чуть больше времени. И я очень рада, что турнир за 14 лет набрал такую популярность. И очень много девочек, которых мы замечаем именно на таких турнирах, в младшем возрасте. И они на самом деле нужны, важны. Этот турнир очень многое дал детям. Многие мои друзья, я сам лично принимал участие. Можно легко трамплин этот турнир. Так что легко можно попасть в сборные, как вот Маша сказала. Можно попасть в профессиональные клубы. Так что я рад, что турнир этот существует. Он развился на России, по всей России. «Лето с футбольным мячом» проходит в 3 этапа. В турнире принимают участие все городские округа и муниципальные районы Самарской области. Возраст участников от 9 до 14 лет. В этом году он пройдет во всех 37 муниципалитетах региона с 10 июня по 31 августа. Сначала игры проводятся в городских округах и муниципальных районах, затем проходят групповые и зональные соревнования, по результатам которых сильнейшие команды встречаются в финале. Виктория Шарая, «События».